первого тайма хозяева турнира Пензенской империи. Сейчас казанцы завладели мячом. И мяч, да! Мяч остался в поле, хотя казалось, что он выйдет в аут. И 29-й номер казанской команды убегает с этим мячом в зачетное поле, землит его точно по центру. Это был Антон Куваев, судя по тому, что это был 29-й номер. Точная реализация. 7-0 казанцы ведут. К тому же понятно, что при таком счете уже речь о полноценном соперничестве не идет. Речь идет о том, чтобы хотя бы одну попытку наконец-то положить вот на поле стадиона Первомайский в первый этот день. Ну и здесь тоже. Да, вот сейчас может получиться. Наконец-то Таганрог отличился. Ну, наконец-то. На самом деле, как-то, по-моему... Первая попытка на турнире команды «Булава» Таганрог. Аплодисменты. Безусловно, уже и их соперники склонны были позволить это результате. Мы вообще сейчас будем наблюдать в основном такой матч молодежных составов, поскольку «Империя» тоже главным образом молодых своих регбистов делегировала на участие в первом туре чемпионата России по регби-7. И, похоже, сейчас будет первая попытка. Да! Да, еще и к центру побежал. Немножко рискованно получилось, честно говоря. Попытка команды «Империя». Ну вот состоялась первая попытка «Империи» в этом туре. Напомню, что первый матч пензенская команда проиграла крупно. Полянку-то смочило. Игры проходят, напоминаю, на стадионе Первомайский. Это центральный стадион Пензы. И на этом стадионе, вот на этой поляне, в регби не играли никогда. В атаке Монинцы. И очередная попытка по центру, причем с такой вальяжностью. Ну, это тот случай, когда уже можно позволить себе... Еще одна попытка первого номера. Хет-трик уже оформляет Денис Семин, команда «Волоапа Постовье». Александр Янюшкин спокойно мог приземлить мяч сам, но решил... Александр Янюшкин добавляет точную реализацию. Еще одна попытка команды «Слава ЦСП», номер 10, Герман Гадлюк.